Не прося ничего, получите все. Предисловие к медитации. Не прося ничего, получите все. Как это возможно? Возможно, если подобрать ключ к своему подсознанию. Вы выбрали самое правильное и подходящее время, чтобы пуститься в путь открытия возможностей своего мозга, самого совершенного компьютера в мире. Я Сюзанна, психолог и трансформационный коуч. Буду вашим гидом в мир любви и гармонии, свободы эмоциональной и физической. Это путешествие, во время которого вы ничего не попросите для себя, но однако получите все, что вам нужно. Это тот путь, на котором вы можете испытать один из самых мощных способов получения всего желаемого. Все, что нужно, это синхронизировать процессы работы лобных или фронтальных долей головного мозга с его остальными отделами. И самое важное – затылочным отделом. Затылочная часть головного мозга управляет процессами, которые происходят естественно, без нашего сознательного контроля. В них входит дыхание, биение сердца, регулирование давления крови, работа внутренних органов. В состоянии хронического стресса эти процессы в теле часто далеки от нормального функционирования. Дыхание может быть слабым и поверхностным, давление может колебаться, системы и органы тоже уязвимы. Но это все следствие. Важный закон работы нашего мозга – это то, что он не делает различий между реальными событиями и воображаемыми. Он будет посылать сигнал об опасности в тело, даже если это воображаемая опасность. Если произошел какой-то конфликт, ну, скажем, на улице или на работе, человек пришел домой и продолжает вспоминать эту ситуацию, прокручивая еще и еще, лег спать, а мыслями до сих пор не дома. Все там же, в этой ситуации. Тело в этот момент заряжено гормонами, которые выбрасываются в кровь, чтобы осуществить две реакции на выбор – бежать или сражаться. Сигнал от воображаемого события или объекта поступает в тело так же, как если бы это было реально. Мы будем использовать эту способность нашего мозга, чтобы, приучив его думать позитивно, создавать положительные события в своей жизни. Негативные эмоции, такие как злость, гнев, страх, печаль, имеют короткую частоту волны, пониженные вибрации. Положительные эмоции имеют широкую и длинную частоту волны. Эмоции излучают эти вибрации во внешний мир на многие километры. Вот почему особо чувствительные люди могут ощущать агрессивно настроенного человека или людей за много-много метров. Бойцы спецназа, побывавшие в горячих точках, приобретают такую сверхчувствительность. Они в буквальном смысле могут ощущать кожей приближение опасности. Мы все чувствуем поле друг друга. Мы чувствуем вибрации от эмоций того или иного человека. Также мы излучаем в пространство определенные вибрации. Наш мозг, интерпретатор информации, посылает сигнал к определенным действиям в тело. Отсюда и разное восприятие одного и того же события у разных людей. Разрыв с любимым человеком для одного человека может стать толчком к саморазвитию, а для другого – глубокой депрессией. Все зависит от восприятия события или информации. Еще Вильгельм Райх исследовал взаимовлияние телесных и психических процессов. Он понял, что через тело можно также влиять на психику. В зажатом, скованном хроническим мышечным напряжением теле жизненные процессы, естественная экспрессия, угнетены. А значит, человек переживает сильный стресс, который может даже и не осознавать. Расковывая тело через специальные упражнения, углубляя дыхание, можно добиться снятия психологических оков, укрепления «я-сознания». Для нас, естественно,
желание притянуть к себе любимого человека или приобрести достаток. Теперь попробуйте почувствовать, именно почувствовать, что-то, чего бы вы очень сильно желали. Представьте, что это уже у вас есть. Хотите выйти замуж или выиграть лотерею, открыть свой бизнес, стать супермоделью? Почувствуйте и затем ярко представьте, что это уже произошло. Если вы, наконец, стали богатым, что произойдет с вашим телом, с внутренним миром? Скорее всего, плечи распрямятся, все тело развернется, душа воспарит от счастья и предвкушения фантастической жизни, так и с любым другим желанием. А теперь приступим к практике. Сядьте или лягте комфортно. Обратите внимание на различные помехи, которые могут отвлекать вас. Домочадцы, домашние животные, телефонные звонки, ваше состояние, если вдруг вспомнили, что надо срочно что-то сделать. Все это может быть действием неосознаваемых преград и негативных программ, которые структурируют вашу жизнь. Поэтому, чтобы нейтрализовать их, требуется полная осознанность, усидчивость, терпение, а главное – огромное желание перемен. Без этого поначалу сверхусилия невозможно сдвинуть несущийся в неизвестном направлении тяжелый локомотив – наш мозг. Нейронные сети в мозге простроены уже таким образом, что вы, безусловно, убеждены, что некоторые вещи в вашей жизни невозможны, сколько ни пробуй. Для этой программы убеждения важно держать все под контролем, так как перемены и любое новое состояние может быть еще более пугающим и расцениваться как опасность. Поэтому, защищая вас, негативная программа придумает и привлечет множество ситуаций, чтобы только вы остались при своих старых убеждениях. Вот так вы можете понять, как действует закон притяжения. Внутреннее рождает внешнее. Почему нет богатства? Потому что все вокруг вас убеждало, что это невозможно, и вы в это поверили. И сейчас все, что есть в вашей жизни, это укоренившиеся убеждения. Это они структурируют реальность вокруг вас. И так устроено наше восприятие, наш мозг. Все, что мешает нам процветать, находится в нашем мозге в виде укоренившихся, вросшихся в подсознание ложных программ и убеждений. Если бы их не было, то закон процветания, действующий для всех без исключения на нашей планете, вывел бы нас к изобилию, к своему пути. Сейчас я дам вам простой и верный способ нейтрализовать эти ложные убеждения и получить все, не прося ничего. Мы будем работать с дыханием. Все, что нужно, это дышать как обычно, но постепенно углубляя дыхание и переводя все тело в состояние покоя. В течение нескольких последующих минут настройте свой мозг на осознанное следование словам. Итак, давайте начнем. Каждый раз, когда вы сделаете вдох, осознайте, что вы вдыхаете колоссальную силу Вселенной,
вдох. И каждый раз, когда вы выдыхаете, осознайте, что вы отпускаете от себя все, что вредно для вас. Выдох. Каждый раз, когда вы вдыхаете, осознайте, что вы вдыхаете потенциал безусловной любви и радости. Вдох. Каждый раз, когда вы выдыхаете, осознайте, что с выдохом вы отпускаете страх, тревоги, боль. Выдох. С каждым вдохом осознайте огромную силу воображения и внутреннего видения, которое способно изменить жизнь к лучшему. Вдох. Каждый раз, когда вы выдыхаете, почувствуйте, как любые мысли, что вы недостаточно хороши, покидают вас. Выдох. Каждый раз, когда вы вдыхаете, осознайте, что чистый глоток воздуха привносит новые возможности. Вдох. Каждый раз, когда вы выдыхаете, вы отпускаете от себя старые воспоминания, тяжелые мысли. Выдох. С каждым вдохом осознайте, что у вас есть еще один шанс сделать что-нибудь прекрасное в этой жизни. Вдох. С каждым выдохом вы избавляетесь от апатии, лени, торопливости и негативных привычек в вашем поведении. Выдох. Позвольте вашему телу наполниться свежей энергией, которая повсюду. Она вливается и втекает в вас каждую долю секунды, наполняя свежими силами все ваше существо. Через теменную часть, через головной и спиной мозг вливается мощным потоком ваше тело, энергия вселенского благополучия. Закон процветания действует безгранично для всех живущих на этой планете. Все, что нужно, это открыться и принимать потоки свежей, мощнейшей, необыкновенной энергии. Успокаиваем мысли. Продолжаем следить за дыханием. Дышим и позволяем телу получать божественную энергию Вселенной. Дышите и позволяйте законам мудрости, процветания, притяжения естественно работать для вас. Спокойствие, свобода дыхания, гармония, внутренняя сила, уверенность, безупречность, сила духа, доброта, баланс, ясность ума, красота и уверенность, идеальное здоровье,
глубокое убеждение в своих возможностях, безусловное приятие себя, чувство полного комфорта и изобилия. Создаем новое, правильное, здоровое убеждение относительно себя и мира. Ваш мозг способен заменить старые ложные убеждения относительно себя. Все, что нужно, позволить нейронным сетям начать выстраивать в подсознании новые убеждения, новые ощущения себя. Наслаждайтесь новыми ощущениями. Позволяйте им быть. Наслаждайтесь безграничными возможностями своего существа. Наслаждайтесь безграничными возможностями своего мозга. Открывайтесь мудрости, чистоте, силе, безусловной любви. Все уже при вас, и всегда так было. Пришло время просто это осознать, не прося ничего, получить все.